Мы сейчас начинаем второй этап заливки оттисков на имплантантах, когда мы применяли трубочки. Извлекли. Остаются теперь вот такие цилиндры после трубочек, в которых аналоги находятся в свободно вывешенном состоянии. Минимум должно пройти 2 часа, чтобы расширение гипса подействовало и гипс, скажем так, расширился до своей нормы. В данном случае 0,09%. И, соответственно, мы теперь должны сформировать правильно цоколь модели. Все. После этого мы модели будем уже тримировать, обрабатывать и, соответственно, цоколь выровняем уже с помощью триммера.